хватает где-то мотивации, в конце матча мы начинаем расслабляться, счет был там 5-1, 5-0, бросили играть, и ну, это просто не дает нам, скажем так, поднять уровень нашей игры. Есть да. исполнители, есть желание, но нету вот этого где-то характера, что ли, до конца доиграть, не позволить столько пропустить. Ребята молодцы, вообще соперники, вообще им респект. В первом тайме, в принципе, вообще шансов не давали никаких, 5-0. А во втором, не знаю, это бы другая команда какая-то вышла у нас. И все, 5-5. Ну, самое главное, успели перестроиться, 5-5 было, и два забили в концовке, это самое, наверное, главное. Тоже, кстати, показатель, наверное, где-то класса, где-то характера, ну, это радует. Какие задачи у команды? Да, задачи уже не ставим. В Испании мы провалили первый круг. У нас все мысли об Испании. В Лиге Европы мы особо как бы пока ни о чем не думаем, просто играем. Выиграем кубок. Нет, ну, значит сами виноваты. Выиграем кубок. Все, удачи. Спасибо.